пошла сегодня в лес вообще без всякой надежды. Думала, ну ладно, погуляюсь. Мороз, никого нет. О, вот еще. Очень интересно. Обычно, когда прихожу, бывает не так уж много. Особенно вот этих осенних лисичек. Но сегодня я вроде зашла, начала снимать видео. Думала, ну, буду потихонечку разгуливать и видео снимать. Но мне по пути все больше и больше стали попадаться. Ой, вот еще эти грибочки. Я уже перестала снимать. И давай сбор урожая. Обычно, когда идешь целенаправленно, не так уж и много попадается. А тут, о, сколько набрала уже. Не ожидала вообще. А вот еще. Вот они. Правда, они замороженные. Сейчас мороз на улице. Они замерзли. Не годится. Все равно. Так. Ах, вот они. Вот они. Ну, пучками. Аж как цветочек растут. Так. Такс. Ой. У них ножки тоже очень вкусные. Так что. Так. Еще где? Ну вот они. Есть много гименофор. Ой. Сейчас чихну. Угу. Все верно. Ну, раз таких много, чё ж мне гименофоры другие я не собирала. Большого опыта не умею и не имею. Лучше я уж наберу тех, которые я знаю. Вот он. Так, есть еще. Уже который раз вот так нападаю на какую-то небольшую полянку, но достаточно много с каждой набираю. Единственное, у меня вопрос. Как получается, что вот так мне попадается так много этих осенних лисичек? Я подумала, возможно, те, кто продают, набирают, уходят в лес, набирают и продают, они в замороженном виде, их не, наверное, никто не принимает, поэтому они не выходят в лес. Так, да. Подумала, это хорошее дело. Вот еще. Правда, они мелкие, но ничего, годятся, и мелкие пойдут. Так. Не знаю, что тут идти дальше, наверное. Тут я уже достаточно набрала. Пойду в противоположную сторону. Ну, как я уже и говорила, нормальные люди сидят дома.
или на работе, или вот сегодня у нас Black Friday, или бегают по магазинам, там купить что-то, понакупить. Правда, с утра планировала, ну как планировала, подумала, надо сходить. Там чайник хотела сменить свой, купить. Может быть, еще одну кофемолочку маленькую, для того, чтобы грибы... Ой, а это что? Нет. Чтобы молоть грибы, а то для кофе кофемолка может испортиться. Я собираю березовую губку, сушу и раздаю моим деткам. Я имею в виду взрослым детям. Невестка взяла, дочка взяла. Ну, потом, как вспомнила, ого, сколько там будет народу. Там, в магазинах. Да еще вот это, эти хитрые ходы с этим Black Friday. Что? Как они поднимают цены, потом спускают, типа, вот у нас 50% скидки, бла-бла-бла. Думаю, да. Пускай молодежь побегает. Берется опыта. Как нас на каждом шагу кидают. Так, что ж там? Угу. Все равно под Новый год на Рождество будут скидки. Если срочно не нужно, просто хочется дополнительно чего-то, ну, можно сходить, посмотреть. А так мне лучше по лесу погулять. Даже если нет грибов, все равно гулял по земле родимой. Земля-то она общая. Не обязательно ходить там, где ты родился, потому что земной шар, он один на всех. Он дышит одинаково, он отдает энергию одинаково всем. Так что главное. Так, у меня тут бумажный пакетик. Но сверху обыкновенный, целлофановый, чтобы от сырости не порвался бумажный. Ой, давай же еще. Ух ты! Да, а эти уже чуть побледнее. У-у-у. Так, вот они же. Вот они куда попрятались. Вот они где. Вот и ножки. Сочные, мясистые. Ой, чья-то ножка осталась. А, вот а я же это. От тяжести упала, что ли? Или заморозилась, отвалилась. Так, нету больше. Такс. Так. Тут болото какое-то. Вот еще что такое дерево? Ты чего так шумишь? А это что? А нет, трудовик.
что я пришла на твою территорию, да? Ты такой странный звук издаешь. Я скоренько. Я сейчас уйду. Извини. Я тут только вот пару. Что такое видела? Наберу. И ухожу. Чтоб тебе не мешать. Вот они.